Ну чё, ребятки, всем здорово. Трикшоты продолжаются, турнир Сухроба и Сабриниса, полуфинал. Но, ребят, здесь я явный аутсайдер, потому что Сабриниса идет, наверное, или на втором, или на третьем месте по трикшотам. И здесь я, наверное, выиграть вообще не смогу, потому что, ну, я сыграл шахбаном, ну, просто тренировку, я проиграл. Ну, посмотрим, ребят, как карта ляжет. Как карта ляжет. Это трики. Это трики. Здесь любая, блядь, ошибка может стоить очень многого. Боремся пока что, ребятки, мы за финал. Ну, думаю, что Сабриниску я не смогу обыграть. Хорошо, пока нормально. Пока 4-3. Четыре, четыре. Вот это уже начинается жесть. Вот это уже начинается жесть. Не забила Сабриниса. А мы забили. 1-0, ребят. Пока что ведем с Сабринисой. Это уже фарт. Спасибо что Димончику, что научил меня бить этот удар. Это очень красиво. Первую катку, ребят, забираем. Еще бы забрать две, и будет шикарно. Но для меня уже честь забрать одну катку у Сабринисы, потому что... это по-топовски, ребят. Видео идет, полуфинал идет. В финале уже Сухроб, он вчера обыграл Димона. И все ждут только нас, только нас. Пока легкие удары. Пока легкие удары. Поэтому пока проблем никаких. Ну, это тоже легкий. Главное не смазать его, ебать. Давайте сложный, давайте сложный. Давай, системка. Ой, блядь. Вот такое забивать вообще не умею. Димасик говорил, как его бить, блядь. Но я не умею его, блядь, бить. Пожалуйста, да, сука, да, фортуна. Да, да, ребят, да, побеждаем еще раз, 2-0. Бля, ребят, одна катка остается до финала. Одна катка до финала. До финала. Ну, мне здесь реально сейчас повезло, потому что я этот удар не могу бить. Мне Димон как-то говорил, но я на фарт его ударил. Неужели я 3-2 проиграю, ребят? Ну, это будет вообще жесть. Я очень хочу финал. Очень хочу финал. Очень опасно, очень жестко. Пока ведем 2-0, ребят. Ждем еще ошибки от Сабрины. Еще ошибку. Вот это вообще жесть, нахуй. Это жесть. А я такой не забью. Меня Диман учил его бить, но я его не смогу забить, ребятки. Не смогу. Да, я знал, что я не смогу. Я знал, что я не смогу его забить. Потому что не всегда так будет вести, блядь, как в первых двух партиях. Ну все, ребят, здесь проиграли. 2-1, 2-1. Едем дальше, едем дальше.
Эх, меня Димасик учил этому, но я уже его забыл. Я забыл, надо с Димоном его опять повторять и повторять. 2-1, ребят, 2-1, блядь. Битва близка, блядь. Битва за финал, за финал. Ну, ребят, если я проиграю 3-2, это уже достойненько, потому что две первые катки, блядь, победили, это уже, ну, как бы, блядь, для меня это прогресс. Ну, пока легкие. Пока все легко и просто. Ну, это то же самое. Сейчас, ребят, с четвертого начнется жесть. Я думаю, начнется жесть, и там должна Сабринка где-то ошибиться. Ну, или я, не знаю. Ни разу не видел, чтобы так кто-то бил. Ни разу, блядь. Я такой не забью, ребят. Я такой не забью. Я такой не забью. Да, ребят, я не знаю, как этот удар. Надо было бить по-своему. Я просто Димона смотрел, как он бьет этот удар. Ну да, походу, ребят, из 2-0 она превратит эту катку в... Да. 2-2, ребят, 2-2. И, блядь, это будет сейчас... Надо было по-своему бить, ребят. Надо было бить по-своему. Я взял хуйню, сотворил. Ладно, 2-2, ребят, 2-2. 2-2. Все, ждем, блядь, последнюю катку. Первые две выиграл красиво. Ну, сейчас, да, она меня зажала. Ну, как зажала? Просто я эти удары бить не умею. И они попадаются мне, именно те удары, которые я бить не умею. Ну, поехали. Все, кто побеждает тут в финале? 2-2, ребят, 2-2 по партиям. Могли, конечно, забирать. Зачем я бил, блядь, от фишки, сука? Мог просто спокойно ударить, блядь, и просто победить, блядь. Ну, я сделал какую-то хуйню. Ну, бля, ребят, это волнение, это нервы, блядь. Ну, я в полуфиналах был один раз в своем турнире, блядь, ну... Быть в полуфинале это волнительно, конечно. Но я чувствую, что она уже все. Она уже идет на победу. Сабрина Ниссо. Ну все, ребят, да, все. Я заволновался и такой даже не забил. Хотя я такой забивал всегда. Ну что, ребят, Сабрина Ниссо в финале? Бля, ребят, я бился, я старался. Вот так сложилась эта игра. Всем спасибо. Это было. Да ладно. Нет, забили, забили, смотрите, забили, забили, забили. И этот забьем, ребят. Пока что борьба идет. Пока борьба идет. Забивает на фарт, но забивает. Вот это вообще сложнейший нахуй удар. Очень сложный удар. Если она забьет, я такой не забью, отвечаю. Я такой бить не умею. Да, я все проиграл, ребят. Я проиграл. Ну чё, ребят, Сабринка с Сухробом в финале. Брат с сестрой, я проиграл. Всем удачи, всем пока, ребят. Я старался. Да, много я не забил, блядь, таких жестких голов. Ну, 2-0 вел и 3-2 проиграл. Всем спасибо за турнир, Сухроб, спасибо за турнир. Это было прикольно, ребятки. Будем с Димоном дальше тренить. Ну вот, сегодня вот так. До свидания, пока.